Доброе утро. Доброе утро, синички. 27 ноября сегодня. Сегодня на улице плюс 2, вчера минус, а сегодня плюс. Снег подтаивает. Ой, где скользко. Иду в храм поставить свечу, помолиться за упокой своего дяди Юры в крещении Георгия. Когда-то я приехала в Москву к нему сначала. Он помогал на работу устроиться здесь, в общежитие устроиться. Начинала жить. Вот он в моей жизни, конечно, сыграл большую роль тоже. То, что я оказалась в Москве именно, а не в другом городе. Мамин брат когда-то вот сюда уехал, женился. Вот я приехала. Тут уже другая жизнь началась. Сейчас нужно помолиться за него. За моего дядю. Пусть ему там будет хорошо. Царство небесное, ему вечная память. Упокой, Господи, души усопшим рабам твоим. Георгия, Татьяна, Дмитрия, Павла, Евдокия, Анны, Василия, Ирины, Татьяны. Иосифа, Татьяна, все сродники ушедших в мир иной. И простимся согрешения вольные и невольные, даруем Царствие Небесное, вечная память. Нас же помилуй и спаси, Господи. Уже идет мелкий дождик вместо снега. Мелкий-мелкий дождик, и снег начинает таять. Прудик застыл почти. Сейчас подойду туда. Сколько здесь листочков. Прудик замерз. Сегодня, наверное, уже оттаивать начал. Уточек нет. Мне где плавать здесь? Небо серое. Яблочки там кое-где висят.
для птичек остались. Плачут ёлки. Снежок тает. Осень зиму не пускает, хотя уже сегодня 27-е, осталось 3 дня. И осень решила прогнать зиму. Где-то синички. Звенят. А вот кормушечка. Сейчас мы синичек насыпем. Какой там шум воробьиный. Все собрались. Кормушки, видимо. Воробьишки шумят. Воробьишки, веселые птички. Здесь кормушечек много, сейчас будем насыпать. А голубу. Воробьишки. Ой, дерутся. Синички так себя не ведут. Какие вы. Драчуны. А вот что, веселые птички. Холодно вам тут. Но елочки вас защищают. Ветер поднялся. Ох, какие ксенички.
своим синичкам вернулась. Вот и вечер пришел. И всем доброго вечера, доброго здравия, всего доброго.